Всем привет, Сонечка, скажи привет. Сонечка сейчас будет ужинать, малышка. Мама сегодня приготовила вот такой вкуснейший салатик. Смотрите, какая красота у нас. Салатик Соня будет сейчас кушать. Давай, садись, малыш. Аккуратно забирайся. Покажи всем и сачок у Сони. Яблочный сок, агуша у нее. Сейчас маленькая Сонечка будет, малышка, кушать. Ну-ка, пробуй салатик, мама приготовила. Вкусненький салатик, доча? Нравится тебе? Молодец какая. С картошечкой кушай. Ну, что ты можешь сказать? Как тебе салатик, который мама тебе сделала? Вкусненько, да, малышка? Нравится тебе? Ой, ты моя хорошая. А кто тебе делал такую прическу красивую? Ой, моя хорошая, я не буду тебя отвлекать. Я вижу, тебе очень понравился, да, салатик нравится? Вкусненько? Да. Ну, покажи всем, как ты хорошо кушаешь, моя хорошая. Покажи, как ты кушаешь. Умница, Соня, умница, молодец. Ух ты. Аккуратненько только кушай, чтобы ничего не раскидать. Видите, Соня всего-навсего 2 годика и 3 месяца. Да, да. Уже совсем большая девочка. И она уже вот так вот у нас кушает. Это ее любимая ложка. Многие мне напишут, наверное, в комментариях, что ложка неправильная. Но на самом деле она вилка и ложка другой и не хочет кушать. Ей нравится именно эта ложка. Она всегда просит ее. Сонечка измазюкалась, маленький поросенок. Вкусно, доченька? Нравится тебе салатик, мама, который приготовила? Это у нас селедочка под шубой. Селедку мама сама солила. И салатик все делали мы сами. Соня сегодня готовили. Не стала я снимать. Ах ты, моя хорошая, как вкусно, да, малышка? Вкусненько тебе, да, моя маленькая? Не поднимай, потом поднимешь, кушай. Потом мама уберет. С картошечкой, картошечку тоже кушай, малышка. Картошку тоже кушай, малыш. Над тарелочкой кушай, не спеши, аккуратно кушай, Сонечка. Поднимать не надо ничего. Над тарелочкой кушай, тарелочку поближе поставь и кушай над тарелочкой. Как взрослая кушай. Поближе тарелочку к себе поставь. Вот так вот поставь поближе тарелочку. Рыбка, да. Это рыбка там. Рыбка вкусная, жирная селедочка. Я сама солила селедочку. Вот такая вкуснятина у нас. Вкусненько, да, малышка? Нравится тебе, Соня, кушать? Нравится тебе, моя хорошая? Нравится, очень вкусно. Видите, у Сони слюнявчик такой красивый. С коровкой, чтобы не испачкать кофточку. Прическу она сделала, чтобы волосы не мешались. Я вам покажу сейчас, как вот у нас. Мы еще не разобрали елочку. Ну-ка, повернись так сзади. Тебе покажу, какой у тебя хвостик сзади. Какая ты красивая, Соня. Елку еще не разобрали. Будем, наверное, на днях разбирать. Хотя уже 26 число сегодня. Ну что, кушай, малыш. Кушай вкусненько как. Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, мой сладкий. Да. Да. Ой, как вкусно, моя девочка, да? Не спеши, аккуратненько кушай, вкусненько. Ты не спеши, малышка.
Моя красоточка. Молодец. Кушай, доченька. Мама специально для тебя готовила салатик. Да, сама. Сегодня мы все устали, поэтому Сонечка кушает уже поздно. Сейчас уже 7 часов вечера у нас. Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай, кушай, моя хорошая. Кушай. Я тебя поснимает мама немножечко на видео. Как ты кушаешь? Потом мы будем вместе с тобой смотреть, малышка. Кушай, моя хорошая. А, камы, камы. Боя? Мам. Просто... Кушай, маленькая моя. Моя принцесса. Мам, вам, бабца. Тяжело малышке, малышкой быть, да, Сонечка? Угу. Да? Тяжело, кушать надо, да? Угу. Вкусняшки кушать надо, да? Не стучи сильно по тарелочке. Кушай аккуратненько, никуда с тобой никто не гонится. Аккуратно, не спеши, малыш, кушай. Вот так. Ложку сильно-то далеко не прям себе в ротик не надо заталкивать. Не спеши. Кушай не спеша. Вкусненько тебе, да, малышка? Сонечка, вкусно? Угу. Кушай. Селедочку под шубой, салатик вкусный, домашний. Да, и картошечка отварная у нас сегодня, да? С тобой. Кушай, моя красивая девочка. Кушай, моя красоточка. Соня у нас очень любит сниматься. Вот решили мы сегодня снять видео, где она одна. Красивая, одна. Решила вас порадовать, показать, как она умеет уже кушать. Да, малышечка? Вкусненько тебе, да? Вкусненько тебе, мой хороший. Ну-ка, покажи, как ты кушаешь. Как ты кушаешь, моя маленькая. Ой, молодец. Вся вымазалась. Но ничего, зато вкусненько и сама кушает уже. Молодец. Учится кушать правильно. Ладно, Сонечка будет кушать дальше. Это еще, наверное, займет достаточно много времени. Малышка, скажи всем пока-пока. Да, до свидания, до новых встреч. Помаши ручкой всем. Пока-пока, пока-пока. Пока, до новых встреч.